Всем привет! С вами Анфорет. Сегодня я вам покажу мои настройки геймпада в Rocket League. Let's go! В общем, если мы зайдем в настройки и увидим то, что я опять поставил русский язык, хотя он у меня уже стоял. Ну ладно. В общем, управление. Чувствительность управления у меня стоит на 1.88. Чувствительность управления в воздухе 6.12. Мертвая зона контроллера у меня стоит 0.24. Мне комфортно играть и выполнять все механики, которые я умею на геймпаде, именно на 0.24. Как по мне, это самая удобная дед-зона для моего геймпада. Управляемая мертвая зона у ворота 0.49. Вибрация контроллера отключить, интенсивность вибрации, такой фигни вообще у меня нет. Режим камеры на мяч переключить. Let's go дальше. Вы сейчас посчитаете меня мазохистом, который играет с тупым управлением. Но мне так удобно, поверьте. В общем, ехать вперед у меня стоит на B. То есть, я еду вперед на кнопку B. Хотя у некоторых B это boost. В общем, ехать назад у меня LT. Это стоит по дефолту. Если что, LT это L2. Руль вправо это, ну, это дефолт, это стики. Прыжок у меня на... там на R2 получается, и ускорение у меня на A, срыв скольжения у меня на RB, это R1, и камера на мяч у меня, как у всех, на, блин, как, на U, я скажу, тут, в принципе, можно пропустить, бочка вправо, у меня RB, или R1, то же самое, то, что и срыв скольжения, бочка влево у меня стоит на L1. Окей, let's go. Пропустить повтор. И в общем, да, тут все, в принципе, можно пропустить. И чтобы вы понимали, мне играть очень удобно, потому что я привык играть на этой дед-зоне и привык играть на этом управлении. Почему мне это управление удобно? Потому что я могу всеми руками играть. Допустим, не как некоторые, даже чтобы, допустим, подпрыгнуть два раза, надо отпустить буст. Мне так, честно, играть неудобно. Потому что, ну блин, я не понимаю, как можно отпустить буст и так быстро нажать на прыжок, чтобы взлететь, да? Вот это вот я не понимаю, мне очень сложно переучиться с клавиатуры. И в основном я играю теперь только на геймпаде, пытаюсь везде играть на геймпаде, потому что я хочу как можно быстрее переучиться. И я играю, получается, с прошлой пятницы на геймпаде, то есть прошла неделя, и я уже довольно хорошо освоился. И думаю, через недели три, может быть, через месяц, я уже буду играть примерно как на клаве, хотя нет. Но, может быть, буду попадать по мячу стабильно, делать эйрдрибл стабильно, хотя эйрдрибл я уже, у меня хорошо получается. Без эйрола хорошо получается, с эйролом так себе, но... Ну вот, можно посмотреть. Да, у меня, конечно, стоит в бокисмоде Unlimited Flips, поэтому я там смог сделать флип, не удивляйтесь. Да, в общем, это конец видео. Зачем я снял это видео? Зачем я вообще снял это видео? Чтобы вы примерно понимали то, что я собрался конкретно переходить на геймпад. И, кстати, на геймпаде можно делать прикольную вещь. Нет, ужас. Да, что я перехожу конкретно на геймпад. И ролики могут выходить немножко реже, потому что. Ладно, всем адьос, пердос, насрос. Перенинандос, с вами был Анфорет, и всем пока.